С тех пор, как выучил азбуку Морзе, не могу уснуть под дождь. Вчера, например, слышал, как дождь пригласил меня выпить. Причем позвал по имени трижды. Подписываемся и слушаем дальше. Кто-нибудь когда-нибудь задумывался, сколько же литров содержит все-таки фраза «А может, по бутылочке?» Бутылочку. Настоящий мужчина знает, как правильно подать руку даме, когда та выбирается из погреба с мешком картошки. А ежи! Милый, уже тепло? Может, давай махнем на море? Согласен. С нашей зарплатой на него остается разве что махнуть. Подписываемся, кликаем на колокольчик.